Не будем забывать о десертах. Все-таки все мы люди, всем нам когда-то хочется чего-то вкусного, сладкого. Поэтому, я думаю, любому человеку, да, и особенно худеющим людям, можно иногда позволить что-то сладкое. Но десерты должны быть грамотные. Желе – это не только правильный десерт, но еще и полезный. Также в желе большое количество полезных витаминов и микроэлементов. Потому что основа желе – это все-таки какой-то фруктовый сок. Я вижу, да, что здесь натуральные ингредиенты, да. это очень хорошо. Здесь у нас маракуйя и малина. Это все натурально. То есть, да, также вот еще есть один вариант желе. Здесь можно заметить, что даже есть у нас кусочки свежих фруктов, да, и ягод. Свежих ягод. Это что? Очень замечательный десерт. Вообще, я от себя могу добавить, что как человек, который сейчас за последний год похудел на 38 килограмм, для меня важно сохранять тот вес, тот результат, которого я достиг. И мне после моих физических занятий тоже хочется сладкого, тоже хочется что-нибудь такого. Но я понимаю, что сладко мне, понятно, и не надо, и меня уже не особо не тянет. То вот такое желе станет отличным блюдом, которое восполнит потерянную утрату витаминов в организме, полезных веществ, и сделает за тренировку и не только полезно, но еще и вкусно, наверное. Но еще и улучшит настроение. Да, однозначно. Невероятный вкус. Очень вкусно. И если вы посмотрите, оно еще очень низкокалорийно. Также вкус этого желе просто восхитительный. Он с легкой кислинкой. Я, например, наоборот, люблю, что это более кислое, чем, скажем, приторно-сладкое. Да, здорово. Мне очень понравился этот вкус. Я это желе еще ни разу не пробовал. Это желе произвело у меня хорошее впечатление, очень. Ну, все мы периодически, я думаю, любим какие-то пирожные, тортики. Нам хочется, чтобы это было и красиво, и вкусно, да, то есть и с эстетической стороны, как бы, чтобы это выглядело привлекательно. Чисто визуально мне данный десерт нравится. Здесь, опять же, можно рассмотреть то, что основа – это мюсли, что мне, в чем я вижу большой плюс. И наверху это получается бананово-черничное желе. Очень вкусно. Яркий вкус банана. Лимон или апельсин, по-моему, да. Вкус здесь очень чувствуется. Но при этом он такой ненавязчивый, не приторно-сладкий. Очень приятный десерт. Блюдо очень нежное, очень приятный вкус с кислинкой. Ну, поверьте, это замечательное блюдо, очень оригинальное. Мне оно очень понравилось. То есть, поверьте, все вот эти плюшки, кексы, пирожки могут быть успешно заменены полезными блюдами, которые сами по себе низкокалорийны и очень вкусные. Это очень замечательный выбор.